Элита Артплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака третьего, как ни странно. И давайте посмотрим, что нам сейчас нужно сделать. Нажимаем на задание. Смотрим, так, выполнено дофигище, выполнено. Просто куча. И одно провалено, к сожалению. Ладно, бывает и такое. Так, поговорить с охотником, сыграть игру. И вот, интересно у нас задание. Найти корабль, идущий на Скеллинг. Скеллига. Так, и костры. А, в смысле, а мы что, еще не сделали его? А это что? А, так вот, да, это задача, это дополнение к Цири, понятно. Давайте посмотрим, что вот это вот за миссия у нас, 10 уровень, но это слишком легкая миссия. В любом случае, мы отсюда сейчас сваливаем, то есть делать нам здесь нечего, правильно я понимаю? Да, мы убегаем из этого города, потом, безусловно, мы будем возвращаться и доделать миссию. Но, я вспомню, мы кое-что сделаем сначала. Мы кое-что сделаем. Мне писал зритель, что я пропустил в одном месте, возможно, какую-то вещь. Нет, я не пропустил. Продолжаем играть. Помните, там была вторая, третья серия, где я дрался с призраком, да? Там еще, короче, получается, был подвал такой. И перед тем, как мы туда пошли, там еще было магическое место. Там рядом... была могила чья-то, на ней лежал деревянный меч. Так зритель написал, типа, там был какой-то знак, типа, можно было сломать могилу. Нет. Я сейчас подумал, я вспомнил, там был знак. Знак того, что можно свечку зажечь, которая была на могиле. Там свечка стояла. Все. Поэтому мы отсюда сваливаем. Так, идем выше. А, сюда уже идем. Подождите, как-то рано. Как-то рано нам туда идти. Ну-ка, еще раз. А это где? Найти корабль. Так, а что у нас здесь? Дикое сердце. Неллин. Ну, давайте попробуем дикое сердце тогда, но это бред, мы уже покидаем локацию, только пришли, мне уже покидаем. Дикое сердце, вот, это уже лучше. Находим нужную точку, например, вот сюда, вот, и откуда нам идти. О, как далеко, ну пойдемте, что делать, пойдем с этой точки. То есть, как будто я уже все задания выполнил. Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Что-то реально так мало миссий, да, до которых легко добраться. Очень странно как-то. Очень странно. То есть, у нас есть две миссии, связанные с картами. О, понимаете, сюда сходим и как раз направимся в эту точку. Так будет лучше всего. Поехали. Блин, она здесь не пройдет. О, господи, что это? Давайте немного пробежимся. Тогда зажали их между двух огней. Из лесу рысью кавалерия пошла. От болот пехота. Даже сдаваться собирались. Во, это уже лучше. Поехали. А видно, черным не с руки. Так, у нас все есть, мы все починили. Чтобы сделать нам любые доспехи крутые, нужно для этого составляющая, которую мы еще не нашли даже близко. Те же самые доспехи медвежьи. Поэтому просто побежим. Здесь, скорее всего, будет река сейчас. Да, надо будет плыть. Поплаваем. Ага, вот у нас враги. Одиночная собака. Первый уровень. Но это ни о чем вообще. О, это не одиночная собака. Их как-то много для одиночной собаки. Гори, параша. Нормально, всех убили. Я думаю, нам они не страшны, но сало и мясо не помешают. Поэтому быстренько собираем. Также опыт капает.
Ну, я думаю, здесь минимальный опыт идет. Просто минимальный. Ладно, бежим. Бежим дальше. Скоро надо будет плыть нам. Вперед, плотва! Прямо отсюда можно уже начинать плыть. Не хочет идти дальше. Здесь обрыв, да? Ну, как хочешь. Ну что ж, поехали. Или даже поплыли. Ну, там ничего внизу нету. Там есть у нас... трава. И где она? А, вот она, трава. Ну, ерунда всякая. Ладно, поплыли. Посмотрим, что здесь есть за задание. В любом случае, еще раз говорю, мы будем выполнять все задания. Все в этой игре. Вот какая-то деревня. Но здесь кузнеца тоже нет, да? Корчмана распутье. Доска объявлений. О, а здесь могут быть карты. Не отдам ее! Не отдам! Ну не разорваться же мне. Она как хрюкнет, все тут же услышат. Ее заберут, а нас поубивают. Забираем все, что можно. Во! Добавили нам задание, отлично. Только сучьим детям я дам. Так, сейчас ждем, когда задание добавится. Все. Поехали. Налей еще, старая. Хватит тебе. Чтобы мне баба водки жалела. Ей говорю. А вам чего? Ты Гендрик? Что это за место? Кто это такой вообще? Ты Гендрик. Нет. Нечего с ним разговаривать. Потом хлопот не оберешься. Что это за место? Кто сейчас правит на этих землях? К барон. Он чей, темерский или нильфгаардский? Свой собственный. Война идет. У кого силы и люди, тот землю и берет. А что это вы все расспрашиваете? Бывайте. Домой пора. Вот напьюсь, тогда и пойдем. А, так подождите, мы миссию выполняем уже. Вот, мы на другую миссию перешли, на основную. Ну ладно, давайте ее уже выполним. Так, расспросить об агенте Генриге Корчмена Распутия. Так, агента мы нашли, но он не признается. Это какой-то человек. Ведьмак, как вовремя. Ой, какой-то заказ дали? Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Микеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Неделю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была. Пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли, кладовки объели, мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. К себе взять их никто не хотел. В Новиград реданцы их не пустили. Ну так Микель повел их к старым шахтам. Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Я поищу твоего брата. Не, сначала мы договоримся о награде. Я мог бы этим заняться, если награда будет побольше. О, награда 280, нифига себе награда. Ну давайте чуть больше половины, вот так вот, 350, нормально? Что-то как-то многовато. Ах ты пёс, ну ладно, давай 340. Ладно, уже о жизни моего брата можно и раскошелиться, договорились. Нифига себе задание, 340. Пока я не могу этим заняться. Блин, я же согласился, что за бред? Привет. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. Иногда останки в таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте!
Самое большее дорогу перепутал. Ну а если что, были на нем опорки из телячьей кожи. Сапожник подошва делал. Я ему говорил, не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Во, вот это другое дело. Довольно интересная миссия, и за нее платят хорошие деньги. Поэтому, само собой, я буду это выполнять. Пропавший 33. Да ладно, 33 уровень, лол. Ха-ха-ха. Ну, проблема в том, что это меня не пугает почему-то никогда. Это все? 33 уровень, вы понимаете? Нет, вот эти цифры вы когда-нибудь слышали в своей жизни? У меня 4 уровень. 4, а нужен 33. Ну, мы туда сходим. Ходим, просто посмотрим для начала. Мне это интересно. Потом сюда надо будет вернуться, узнать про Батя, человека Батя, одного. Шевелись ты. Везде экшен, короче. Ну что там? О, кузнец! Воронец и десятой дорогой обходи. Чувак, помоги мне, кузнец. Ну что там? Что происходит? Псина, куда побежал вообще? А куда она бежит? Стой, 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 стоп, стоп, стоп. И что ты делаешь? Давайте я столкнем куда-нибудь с обрыва. Оу! Глаз у тебя недобрый. Ладно, пошел в жопу. Сработал какой-то идиотский скрип. Короче, побежала, кусты стала. Ладно, поехали. У нас сейчас интересная задача. Попробуем выполнить эту сложную миссию. Нам нужно будет переплыть. Если что, здесь есть знак, мы сможем сюда вернуться в легкую. Мы, по-моему, здесь были уже, да? Знакомое место. Шевелись, плотва. Там, не, ну мне просто интересно. 33 уровень нужен. Насколько они там будут сильные-то? Наверное, вообще не пробить. Зато если мы их убьем, мы можем получить артефакты, понимаете? В этом весь смысл, в этом есть. Если ты убиваешь существ, которые намного сильнее тебя, то есть шанс, что выпадут артефакты, которые гораздо круче, чем у тебя сейчас есть. О! Шмок! 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 Нифига себе, зверюга. Ты прикинь, какой-нибудь там волк бегает 33 уровня. Ну что ж, посмотрим. Я думаю, вам это интересно. Я бы здесь подох, кстати. А может быть такое, что вообще не пустят сюда? Ну, поехали, посмотрим. Так, очень интересно, что у нас здесь есть? Что это? Трава? Первый раз такую траву, кстати, вижу. Мне сюда или не сюда? Подождите. Мне не сюда. А, шахту, все правильно. Это так странно. А, все, 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 вижу, видите? Опять. А, где мини-карта, там показана стрелка красная вниз слева. Значит, нам надо вниз идти, глубже, глубже. Во-первых, вот вырубаем бег идиотский. Вообще он бесит. Что он на автомате бегает? Ну поехали, посмотрим. Использовать. Прикиньте, если бы я... Если бы я факел не взял. Там моя лошадь? Нет. Вот это очень интересно, нереально интересно. Так, пробуем. Ведьмачье чутье. Ага, все нормально. Есть еще один факел, как я понимаю.
взять. Тупое КЛО. Это инструмент, но я думаю, вряд ли он нам нужен. А его даже здесь нет, он в другом месте находится. Ну ладно. То есть его мы взять не можем в руки, правильно? Вот он, видите, азарт исследования. Вот, что не хватало в Скайриме. Это кайф. Что же нас здесь ждет? Новый монстр? Крутые артефакшн? Мы скоро узнаем. Пока я по дороге это все поджигаю, если будем убегать. Здесь есть сундук и все, да? Вот. Отвар. Ну, отвар нам не нужен. Мы находим еще эти какие-то монеты, которые можно обменять или продать. Ну, что-то ни разу не помогло это. Может, не... А, там, по-моему, надо в банк идти. Ну, понятно, все, я вспомнил. Сюда идти? Ну, давайте я сохранюсь на всякий случай. Здесь что-то было, подождите. Нет, вот. Во, все, 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 вижу. А я что-то потерял его. Ну давай, братюня. Нашли доспехи. Поздравляю вас. Вот, нашли доспехи. Это уже огромный плюс. То есть не зря уже сходили сюда. Я надеюсь, что я не утону. Чувак, чувак. Я не хочу тонуть. Фух. А то я что-то уже перепугался немножко. Смотрите, нашли доспехи. Во-первых, нашли доспехи, мы еще нашли большой камень. Мощь Квент. Квена. А Квен это, по-моему, какой-то у нас знак, да? Квен это у нас что? Это щит, по-моему. Так, да, это щит. Броню нашли. Полное говно, уже бы не находили. Ну и ладно, какие-то еще плюшки нашли. В любом случае, броня нужна, может быть, ее потом можно будет улучшить. Что дальше у нас? О, смотрите. Кровь, мясо, пищеварительные соки, корм для молодняка. Молодняка? Извините меня, простите, пожалуйста. Что это? Эти яйца скоро проклюнутся. Нужно от них избавиться. Ну, достаньте свое сраное оружие. Нет, мы лучше сделаем вот так, быстрее будет. Ну давай, бери, бери. Ну допустим, мы нашли какие-то яйца. Это меня уже пугает. Может быть здесь какие-то драконы есть? Нашли след. Кровь, мясо, пищеварительные соки, корм для молодняка. Как мне не хочется туда идти, вы бы знали. А я сюда шел? Подождите, или отсюда пришел? Откуда мы вообще пришли? Мы, по-моему, отсюда пришли. Детеныш, 5-й уровень. Но это не 33-й, допустим. Это паучок. Это паучок. Типа паучок. Молодая особь. Мать должна быть недалеко. Мать недалеко. Игра все интереснее и интереснее каждой секундой. Просто экшен. Ну хотя бы мы додумали, что их можно сжигать. Это уже хорошо. Именно огнем. Не просто там бить полчаса. Подошел, плюнул. И все. Так, вижу плюхи. Нет, говно это.
Ну, след красный, он шел в другое место. Почему я сюда иду, я не понимаю. Ремонтный набор оружейника, наконец-то. Охотничьи штаны. Это все рецепты, но все равно рецепты нам тоже нужны. Я хочу сделать какой-нибудь рецепт хороший, реально доспех. У нас оружие есть, а доспехов нету по рецептам. А ближайшие это медвежьи. О, началось, началось. Ботинок с клеймом мастера подошвы. Все, что осталось от тела. Так, уничтожи все яйца. Ядовитый. Ох, как гнусный же ты. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Пожалуйста. Я не думал сейчас драться, мужики. Вы видите, сколько, как долго мы бьем это говно? Тихо, тихо, тихо. Как же вас много-то, чуваки, как вас много. Так, они боятся огня, это хорошо. Что у нас здесь есть? У нас есть мясо. Мне бы сначала убить детеныша, я надеюсь, что они не появляются каждый раз заново. Сохраниться я не могу, к сожалению, просто каждый раз убивать, да? Теперь три, ты мразь. Ну давай, попробуем подраться. Я думаю, я его убил. Что это такое? Что происходит? Я его здоровья не вижу. Он вообще умирает? Ай. Он меня отравил, тварь, да? А если использовать ловушку? С одного удара. С одного удара убил. С одного удара. Надо подумать. Ядовитый. Что же нам можно сделать? Я хочу его убить. Если что, я просто запишу, как я буду убивать его. И потом когда-нибудь убью и покажу вам. Мощь Квена. Квен. А у нас появилась запись? Ну-ка, подождите. А если мы сделаем таким вот образом? Мы зайдем в бестиарий, да, найдем это говно. Вот они. Вот он. Это жучок маленький. Он боится массово против инсектоидов. Инсектоидов. И Волга. Масло и Волга. А я могу делать алхимию. Чего-то ничего подходящего я не вижу. Зеленый мутаген. Собрать бы еще один. У нас бы был, блин, здоровье. Ну ладно. Так, что у нас есть? Во, смотрите, танцующая звезда. Нам как раз нужна она была, чтобы взорвать гнезда. Гнезда чудовищ. Ослепляет противников в радиусе взрыва. Давайте попробуем. Я не знаю, как это говно использовать. А, может быть, попробовать вот так вот. Положить в слот. Это мы уберем. И... Да ладно, когда я буду ставить-то? Подождите. Ну, хотя бы бомбу-то ты положишь, я надеюсь. Хорошо, бомбу можешь положить. Допустим, трусы мы спустим. Так, идем дальше. У нас есть усиление атаки. Но мы можем поставить сюда здоровье. У нас куча мутагенов. Где плюс здоровье, да? Ну, 50 здоровья, я думаю, ничем не поможет нам. Можно попробовать использовать ловушки. А попробуем это сделать так. Да блин, не тупи, вот. А какой лучше меч, этот или вот этот?
А, видите, он сам достает оружие, даже не могу им управлять. Блин, ну давай, давай, чувак. Нет, это жесть, это жесть. Это очень жестко. А, как больно, ой, как больно. Отравление работает. Хотя бы, блин, без этих даунов. Не, это нереально, это нереально. Столько подготовки, ради чего? Глоглаз. Ядовитый. Да, да, да. Давай. Если бы ты еще разделил их по частям. Блин, вот видите, да их очень много, их просто очень много. Как же мы их убили-то первый раз? Да нет, мразь. Уходи, уходи, уходи. Мне здесь нужен огонь. Как я давно этого ждал, чтобы был сильный противник в одной игре. Это нереально. Ладно. Пробуем еще раз и сделаем так. Я потом ставлю паузу. Буду пробовать его убивать. Ядовитый. Мне самому просто это интересно, побить его. Попробую несколько раз, например, там раз 10-20, да? Если не получится вообще никак, знаешь, не сможем мы его убить. Пойдем дальше. О, здоровье появилось его. А если получится убить, ну это вряд ли, но мало ли. То я показал бы вам результат. Даже нету этого чутья, сохранения нет. А здесь, наверное, можно убежать, подождите. А вот если бы можно было убежать. Хотя бы сохраниться. Можно сохраняться, когда враг от тебя отстает. Я зря это сделал, да? Нет, как уже он большой. Уходи, чувак. Не нужно поворачиваться, кусок идиота. Да ладно, он меня притянул. Да иди ты в жопу, чувак. Так, отрави, что еще придумаешь? Что нам может помочь? А если пробовать это вот? Удар. Да что такое? Кстати, у него трава очень быстро спадает. Это хорошо. Что ты делаешь? Блин, что же придумать-то, а? Пробуем, ладно, попробую сейчас алхимию сделать. Еще раз. Успешная работа. Я хочу его убить. Как же его кидать-то, я не помню. А, его надо выбрать. Ну и чё? А что дальше-то? Нет, это нереально, честно, у меня здоровье не отнимается. Ну ладно. Я жму на паузу и буду пробовать его убивать. Сколько смогу, столько попробую раз. Не получится, пойдем дальше. Кстати, пока я здесь бегал, да, я заметил, что можно спрятаться в одну из пещерок. И тут есть сундук.
Еще там есть сундук. Давайте я сейчас покажу вам, что там находится. При вас открою его. Пока, видите, за мной не охотится. То есть я могу сделать передышку и придумать, какой сделать закуп. Еще смотрите, я вспомнил про заклинание щит. Помните его? Он типа защищает от удара. Но, к сожалению, там только один удар он защищает, и все. И я не знаю, насколько защищает. Надо будет проверить на нем. Но от паука он дефа, от одного удара паука. Давайте посмотрим, что у нас в сундуках есть. Масло, чертеж, отвар, сапоги, какая-то одежда. Ну, ничего такого прям суперценного, по-моему. Давайте сначала посмотрим, потом будем судить. А, у нас еще есть... Хорошо, КВН. Почему КВН? Что за КВН-то? Подождите, КВН. КВН, КВН, КВН. Это, по-моему, есть щиток. КВН, охранный щит. Я даже поиграл, да, с ним. Мне он очень понравился. Отличная вещь. Реально, он дефает. Быть может, это как в Доте, да, у Ланаи. Помните, у нее Refraction. По-моему, здесь то же самое, типа такого. Так же он работает. Давайте попробуем его тогда. А, его надо сувать в одежду, да? Да, одежды у меня нет. Броня здесь вся плохая, только у меня хорошая. Потом есть всякие масла. Ну, ничего такого особенного. Ну ладно, давайте мы сейчас глянем еще один сундук. Я думаю, я это, смогу туда добраться без палева. Вот еще один сундук я нашел. Пока вроде меня это не трогает. Это хорошо, что есть передышка. Железная руда. Шкура и гвихеро. Вот какое-то оружие интересное. Вау, кстати, неплохо, смотрите. Остальное оружие, у него три ячейки есть. Пробитые доспехи. Плюс 93 пробития доспеха. В принципе, это очень сильное оружие, кстати. А, так я могу его одеть, использовать. Но сильнее, чем у меня, однозначно. Будем его таскать, все. То есть разница всего лишь пару единиц, зато пробивает доспехи вообще в говно. Но, к сожалению, сейчас оно нам не поможет, потому что мы достаем серебряное оружие. Но матное нашли все равно. Давайте глянем, что там еще есть. Может, там еще будет какая-нибудь пещерка. Или все, не будет. Ой, ой, зря это сделал. Ой, как зря. Мне кажется, когда я ношу факел, они меня замечают. Видите, он достает серебряное сам. Нет, чувак, нет. Прости, прости. Вот пускай детеныши подойдут, а он пока останется, я подготовлюсь. Вот, вроде дефает броню. То есть, да господи, как же больно. Давай, чувак. Вы видите, да, дефает некоторые удары, но не все. Нет, нет. Чувак. Он же пернет. Все, 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 спокойно, 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 чувак, спокойно. Убирай оружие, дай мне подготовиться. Но его убить, я говорю, нереально. Я пробовал убивать, невозможно. У него здоровье вообще не отнимается. Но я еще попробую. Давай. Все. Мой герой успокоился. Теперь что я сделал? Я попробую что-нибудь придумать, да? Всякие растворы. И потом посмотрим, получится, не получится. Ну, это вряд ли получится, конечно. Ну, посмотрим. Ладно. Эй! О, yeah! Возвращением вас. Ну что я могу сказать, прошло 5 часов, сраных 5 часов я пытался убить этого монстра, и у меня получилось практически. Сейчас мы с вами это сделаем. Напомню вам, что этот монстр, какой там у него уровень, 33-й, по-моему, да? А давайте глянем, что было точнее. То есть нам требовалось, чтобы его убить, 33-й уровень, у нас 4-й уровень. Я отсюда никуда не уходил. Конечно, я давно уже мог забить на эту идею, там, снимать дальше, или пойти там купить в магазине какие-то вещи, но нет. Это моя черта характера, никогда не сдаюсь. Никогда.
Ну что ж, ну комбинации, знаете, конечно, за 5 часов очень много перепробовал комбинаций, нашел свой подход, перепробовал все знаки, много раз уже чинил оружие, потом все хилки переел, то есть мне уже нечем хилиться просто. Но мы должны сделать. Финальный удар сейчас будет, комбинация. Так, давайте я вспомню, как это делается. Вот так вот делается. Подбегаем, орем на него. Встаем сзади, он должен сесть. Он не садится. Нет, нет. Нет, не получилось, дубль 2. Пробовал разные руны, ну, в смысле знаки. Можно использовать знак огня, там, дамажить по 120 хп. Прикол в том, да, что я его очень долго бил. У него здоровье практически не отнимается вообще. То есть очень-очень медленно отнимается. Ну, давай, братюня. Так, он нас ловит. Я ору. Ну, сядь. Самое главное, чтобы он сел. Все, он сел. В этом вся суть, да? Мы используем... Дикая братюня. Ну ладно, еще один заход сделаем и все. А, как больно, 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 пупец! А, мы используем знак арт, да? Чтобы на время как бы сбить его с ног. И потом мы пытаемся зайти ему за спину. И иногда, но не всегда, он садится. То есть он садится. Так, у меня вообще какая-нибудь еда-то хоть есть немножечко. О, у меня есть ласточка. Давайте выпьем ласточку. А то уже все позаканчивалось. Не хочется умирать. Хорошо. Также, смотрите, я одел доспехи специально, которые максимально дефают урон отравления. Он, как и раньше, он убивает меня с одного удара. В любом случае, этот паук убивает с одного удара, что бы я ни делал. Я пробовал разные руны там ставить, знаки. Мутагены ставил, ничего не помогает. Это, кстати, мутаген можно вообще убрать. Я пробовал сделать через огонь играть. Это бесполезная история, поэтому поставим оружие. Отлично. Ну все, пойдемте, финальная стадия. Сейчас еще раз выпьем, пойдем убивать. Еще, знаете, что я заметил? Что когда у нас факел, мы бьем одной рукой, дамаг меньше. То есть лучше бить двумя руками. Ну, с помощью двух рук лучше бить. Оружием там будет сильнее дамаг. Ну давай, братюня. Садись, садись, он должен сесть. Вот видите? На, пес, один удар. Один удар. Нужно забрать трофей для брата Микеля. Как доказательство. 5 сраных часов, и мне не дали опыта. Вообще ничего не дали. Ну, видимо, в этой игре, видите, так рассчитывается, да, что неважно, какого уровня ты убиваешь существ, тебе дают фиксированное количество опыта. Это, конечно, нечестно немного. Ну ладно, давайте возьмем. Так, панцирь, глаза, яд. Мутаген, штаны, мясо и трофей. Но самое главное, я это сделал. 1000 комбинаций. 1000! Собрал я уже все вещи здесь, по-моему. Здесь только одно яблоко валялось у женщины. Посрать на него. Давайте глянем, что у нас есть. Во-первых, мы сохранимся быстренько. Сохранимся, я сказал. Все, глянем. А, так, во-первых, мы подобрали трофей. Дополнительные травы. Стоит он 250. А, не все стоят 250. Ну, он какой-то бесполезный. Дополнительные травы. Нафиг не усралось. Лучше будем использовать этот трофей, хорошо. Потом, кстати, я пробовал засунуть в эту одежду, да, у меня, помните, руна была, но ее можно вытащить, как я понимаю. По-моему, ее можно вытащить, мы смотрели уже с вами, да, там можно было из оружия вытащить. Так, мы подобрали штаны, вот они, штаны. Прочность 84, то есть у нас сейчас есть штаны, у них броня 15, ну их даже, ну да, их немножко побили. Но у этих тоже будет 15, в этом суть, то есть мы оденем их, потом отремонтируем. Нет, у них будет 12. Ну ладно, но плюс в том, смотрите, во-первых, эти просто там плюс 15 брони, там плюс 5% сопротивления, но здесь плюс 356 здоровья, потом плюс 10 сопротивления ко всему, да, и 2 пустых слота. Их можно потом будет тоже чем-нибудь забить. Ну, они стоят дороже, то есть очевидно, что они лучше.
Это хорошо. Так, дальше у нас все самое лучшее, как я понимаю. Здесь у нас 11. Про броню вопрос, потому что, еще раз говорю, я одевал такую, которая больше всего резист. Мощь Квена. Квен. Что такое у нас Квен? Я не помню немножечко Квен. Так, Квен это у нас... А, щит. Пробовал щит, кстати, он не помогает. Он практически вообще не помогает. Там щит дефает какое-то определенное количество урона. Ладно, все, пойдемте дальше. Надо выбираться уже и заканчивать серию. Пойдемте отсюда выбираться. Тяжелая была пещерка, но миссия выполнена. Я очень рад. Получили хорошие штаны. Туда можно засунуть две руны. Ну, два камня. Так, вот, здесь мы были уже, да? Это, а, это мы все смотрели. Ладно, пойдемте на выход. Давай, Бартюня, ныряй. Наконец-то мы поиграем дальше. Наконец-то. Я выберусь. Выберусь. Нет, неправильно. Короче говоря, наконец-то я выйду из этой пещеры. Она мне во сне будет сниться. Но все равно, говорю, многому научился, в первую очередь. Ой, как здесь... Ой, как я глубоко-то. А ты не хочешь всплыть, нет, как вариант? А как я сюда должен вылезти-то, извините меня? Я думаю, я уже сдох. Получить награду. Ну, пойдемте, да, быстренько отсюда выйдем, получим награду. А мы здесь вообще были? Я уже настолько забыл пещеру, я не помню, мы здесь были или нет. Что-то пропустили даже. Нужно будет быстрее все починить. Также, видите, мы взяли материала много полезно. То есть можно собрать всякое оружие и так далее. Куда я вообще полез? Подождите. Стоп, стоп, стоп. Минус той пещеры был, что там было очень темно. Просто темно. Было очень тяжело драться без факела вообще. Поэтому приходилось драться одной рукой. Ну там по-разному я дрался. Ну прикиньте, драться до одного удара. То есть если вас один раз ударяют, все, вы труп. Опять не туда что ли? А как я сюда должен залезть, извините меня? А, лестница есть. Слушай, а мы там-то были? Мы, по-моему, не были там. Давайте быстренько глянем. Что не хотелось пропускать что-либо. По-моему, мы здесь не были. Но я думаю, нам уже никого бояться. Я сомневаюсь, что будет такой же большой паук. Ну давай, братюня. Что у нас здесь есть? Ну, зажигать будешь? Мы, наверное, здесь все-таки были, вообще ничего нету. Мы, наверное, здесь были. Вот поэтому нужно зажигать факелы, чтобы знать, был ты здесь или не был. Но, видите, он не зажигает. Давай, давай. Ну, плотную уже стою. Хорошо, сделаем по-другому. Перегрузка, блин. Ладно, все.
Пойдемте на выход. Сейчас мы выкинем самое бомжовское, дешевое. Фига себе, такое дорогое прям. Пластина, 648 монет. Нехило так. Блин, все такое реально дешевое. Дорогое. Ну давайте выкинем это говно, пошлите. Ну все, в принципе, бежим быстренько на выход. А, проверили здесь полностью всю пещеру. Ничего не осталось, уходим отсюда. Миссия выполнена в полном ее объеме. Наконец-то свобода! Все, давайте мы на этом месте закончим. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.